Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Мне здесь Кирилл Подболови. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Если вводите мой ник и прокачать третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому можете вводить мой ник при регистрации. Также у меня есть свой промокод, который нужно вводить на шестом уровне. Пишите хэштег Кирилл Ютуб. И за него получите очень даже неплохие плюшки. Мой промокод, если что, можно посмотреть как в описании. И вообще, все ссылочки есть в описании. Как начать со мной играть на Родина РП. Итак, как вы знаете, скоро у нас получается Новый год. Буквально осталось 10 дней, даже меньше. Поэтому сегодня хочу заняться такой благотворительностью, а именно подарить рыжикам машины. Потому что как бы они работают там на ферме, там еще где-то работают. И я думаю, им очень будет приятно перед Новым годом получить подарок. А именно машину. Я считаю, что машина — это самый лучший подарок, который я могу им сделать. Потому что машина все-таки это транспорт для передвижения, и это им очень поможет в начале игры. Поэтому сейчас мы направимся на Нашан и посмотрим там какие-то машины. У меня как бы есть два места, поэтому сейчас я хочу сразу купить две машины, и потом я буду искать рыжиков, которым можно подарить как бы машины. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, получается, я приехал уже на Анашан, уже разбил фару на машине, хотя нет, не разбил. Так, мне нужны дешевые машины, там, ну, до миллиона хотя бы, до миллиона это 100%. Мне то для рыжиков ничего не жалко, но как бы хочется не сильно их побаловать, знаете, ну. Так, сколько? 120 тысяч? Пятнашечка уже есть для рыжика одного, я думаю, это нормально. Ну, пятнашка не такая уже плохая машина, поэтому я думаю, нормально. Тем более, не так уж и дорого. Давайте, кстати, попробуем, какая у нее максималка. Кстати, она переднеприводная, как и должна быть. Темная зеленая просто бестия. Не, ну реально, что, прикольная тачка такая, без номеров. Я считаю, это очень даже неплохой вариант. Так, давайте его здесь припаркуем и пойдем уже покупать какую-то следующую машину. Не, ну реально, неплохой такой вариант, знаете, пятнашечка. Почему бы нет? Был бы я рыжиком, я был бы рад, если честно, любой машине, поэтому я думаю, перебирать они точно не будут. Кстати, вот еще хороший вариант такой, смотрите, за 450 тысяч, как бы вот еще тачка продается, вот эту можно, думаю, купить. Все, мы ее забираем за 450 тысяч, теперь это как бы наша машина. Ну, блин, Honda и пятнашка, пацаны, для рыжиков. Я считаю, это реально очень даже неплохо. Ну, типа, я потратил, получается, ну, 600 тысяч где-то примерно. Да, конечно, одному рыжику достанется иномарка, а другому рыжику достанется ТАЗ. Но, не знаю, я считаю, что, блядь, это очень даже достойно. Кстати, это Honda, такая неплохая, кстати, Honda. Ебать, она еще и валит. Бля, кому-то очень крупно повезет, если честно. Задний привод, ну, я считаю, нормально, нормально. Вот кому-то реально повезет из рыжика, он получит именно эту машину, а кто-то получит пятнашку. Но я считаю, это тоже нормально. Поэтому сейчас давайте припаркуем наши машины. И у первого рыжика будет вариант либо выбрать пятнашку, либо выбрать как бы Хонду. И как бы, ну, первому человеку очень сильно повезет. Но может быть, я еще куплю третью машину, пацаны. Посмотрим, короче. Так, тут, короче, на ферме чувак работает, но он не хочет ко мне подходить. Так, давайте к нему подойдем. Так, давайте напишем привет. Что-то он какой-то не особо общительный. Я его звал. Ну, просто не хотел на машине сюда заезжать, поэтому... Ну, видите, он вообще как-то бы не реагирует на меня. Вообще никак. Видимо, ему машина не нужна. Я не знаю, кому можно еще подарить. Просто на подработках мало кто сейчас работает вообще. Так, пацаны, все, я приехал. Я тут писал пацанам то, что я занимаюсь благотворительностью и дарю просто машины. Так, все, поехали, получается. Подарим этому пацану машину. Вот, Григорий, я так понял. И сейчас поедем, короче, подарим ему машину. Сейчас он как бы просто будет выбирать между пятнашкой и между Хондой. Короче, пацан вообще жестко тупанул. Пишет, а можешь потом назад отвезти? Я говорю, у тебя же машина своя будет. Так, выбирай. Давайте, вот две машины. Какую ты хочешь, давайте мы напишем. Вот, как бы две машины, пятнашка есть и Honda. И он должен выбрать, какую он хочет машину. Либо пятнашку, либо Honda. И сейчас посмотрим, в принципе, что он выберет. Ну, мне кажется, он Honda выберет, потому что все-таки иномарка. Давайте напишем, выбрал. Пятнашку хочет? Нет, неужели он пятнашку реально хочет? Ну окей, поехали. Так, давай, открываем ее. Сейчас, короче, поедем. Бля, я уверен был, что он выберет Хонду. Ну, блядь, вот 100% я думал, что он выберет Хонду. А он выбрал пятнашку, понимаете? Так, все, мы приехали на Шан. Давайте я ему передам 10 тысяч, потому что минимум машину можно продать за 10 тысяч. 10 тысяч. Все, мы ему даем Лада Самара. И сейчас он себе ее как бы получит бесплатно. Абсолютно бесплатно, потому что я ему как бы 10 тысяч дал, чтобы он ее купил. Поздравляю с наступающим тебя Новым годом. Так, я думаю, он уже дальше сам разберется. Теперь поехали обратно за другим пацаном и уже подарим ему тоже машину.
Так, все, я приехал, короче, тут пацанчик стоял, уже меня ждал, который был и до этого, помните, Артем, он тоже был, но он не успел сесть в машину, теперь сейчас поедем, подарим ему машину, но у него вроде бы как прав нету, но я думаю, он потом сдаст на права и будет спокойно ездить на своей Хонде, потому что Хонда, я думаю, пободрее будет, давай мне права сделаем. Ну, хорошо, давайте поедем ему права сделаем, и потом уже поедем, я ему подарю машину. Так, все, мы приехали к машине, давайте сядем. Вот такая вот бестия просто, блин. Я реально ему завидую, потому что тачка реально прикольная. Был бы я рыжиком, если бы мне такую бы Хонду подарили, я бы, конечно, охуел бы, реально. Потому что, ну, тачка очень прикольная, прям реально годная. Я ее закрыл или нет? А вот закрыл. Она еще такая быстрая, на стиле просто. Реально Хонда такая симпатичная, согласитесь. Так, давайте заезжаем, короче. 10 тысяч я ему уже передал, как бы. Поэтому сейчас мы можем спокойно ему ее подарить. Все, я ему предложил эту машину за 10 тысяч. И сейчас он, по идее, должен ее купить. Так, давайте теперь мы напишем... Все, я его поздравил, поэтому можем сейчас еще, конечно, какую-то машину купить. Так, здесь, короче, Весту продают, 250 максимум, пишет. Весту продают 450 тысяч, стоковую. Давайте, короче, ее купим. Все, покупаем Весту за 450 тысяч. И сейчас поедем, короче, кому-то ее подарим. Как бы три машины я подарю, получается. Но я считаю, что это реально прикольно, пацаны. И если вы наберете здесь много лайков, я вижу от вас поддержку, то в следующей серии можно будет дарить рыжикам квартиры. Я думаю, это тоже будет прикольно. Поэтому, пацаны, покажите свою активность. И в следующем видео, возможно, я буду дарить рыжикам квартиры уже, а не машины. Так, все, я снова приехал на то же место. Вот здесь реально рыжиков всегда много. Так, все, пацанчик сел, короче. Я бы и тому пацану подарил, просто у меня есть только одна машина. Вот, Богдан ко мне сел. И сейчас мы поедем, подарим ему Весту. Да, Веста, конечно, это не Хонда и не пятнашка. Хотя, мне кажется, если сравнивать, ты серьезно? Ну да. Я, конечно, я серьезно, блин. Я же никогда с такими вещами не шучу. Я никогда рыжиков не банную, я их уважаю, как бы. Если, конечно, я неадекватный. Если рыжик какой-то даун, который тебя бьет, оскорбляет без причины, то, конечно, такому я бы не хотел подарить машину. Так, у него, походу, еще прав нету. Ну, в принципе, потом я его отвезу в автошколу. Вот Веста, сейчас, короче, мы ему ее подарим. Ну, видите, он доволен, что это Веста, как бы, вот, пусть садится в машину. Сейчас поедем ее подарим. По-моему, права не нужны, чтобы подарить машину, поэтому сейчас все будет нормально. Вот, кстати, Хонда стоит, который я подарил. Так, давайте заезжаем, и сейчас просто возьмем ему подарим машину. Так, давайте ему 10 тысяч дадим сначала, так, и за 10 тысяч ему продаем Весту. Так, все, я ему отдал машину. Пусть он мне руль даст, я его отвезу в автошколу, и думаю, на это будем, как бы, заканчивать. Ну что ж, пацаны, вот такое получилось видео, надеюсь, вам понравилось. Я подарил три машины трем рыжикам. Я считаю, что это очень классно, потому что, ну, перед Новым годом, особенно, это так атмосферно, знаете, так классно. Поэтому, если покажете на это видео хорошую активность, то в следующем видео я уже буду дарить квартиры рыжикам. Я считаю, это тоже будет очень даже неплохо. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете также вводить мой ник в регистрации, и также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Все, всем пока-пока.